Они еще путаются в звонках, не знают, где найти расписание и не помнят в лицо всех преподавателей, но уже успели сдать один из самых главных творческих университетских экзаменов. Фестиваль «Анука первокурсник-2015», финал которого накануне отгремел во Дворце культуры «Строитель», приняли участие 7 факультетских команд. Каждая старалась не только вызвать искренне положительные эмоции у зрителей, но и приятно удивить строгое жюри. Этот праздник для нас очень важен, так как он традиционный для каждого первокурсника. Нас учителя очень сильно поддерживали, помогали нам, советовали, что, как лучше сделать. Для нас это новое мероприятие. Ну, нам это очень интересно. Мы занимались очень долго, репетировали. Загадывать наперед, кто выиграет, невозможно, потому что я видела все команды со стороны, они достаточно подготовленные. Поэтому я просто пожелаю всем удачи и выступим так, как нас готовили наши старшие курсы. Пройти своеобразный ритуал посвящения в студенты в Мозырском педагогическом удается далеко не каждому. Сначала отбор проходит внутри факультетов, где разыскивают и находят самых неординарных, позитивных и творчески настроенных первокурсников. И именно они становятся главными действующими лицами самого главного творческого события в жизни каждого университета страны. Наше традиционное мероприятие «Первокурсник-2015». Это важное мероприятие для каждого учебного заведения и в том числе для нашего учебного заведения, потому что в этот день происходит своеобразное посвящение первокурсников в студенты. Особенность в этом году нашего мероприятия в том, что это не конкурс, а фестиваль студенческих талантов. Каждая команда хороша по-своему, каждый студент готовится. В октябре месяце проводились факультетские первокурсники, а в ноябре месяце у студентов началась вторая смена. Первая смена – это учебное занятие, а во вторую смену они готовились к нашему общеуниверситетскому первокурснику. Парад танцев, песен и юмора в этом году открыли университетские богатыри – первокурсники факультета физической культуры. Особенностью первокурсника 2015 стало полное отсутствие победителей и побежденных. Свои победы в различных номинациях, памятные призы и подарки от спонсоров получила каждая из 7 команд. А для самых ярких вчерашних артистов фестиваль еще не завершился. 2 декабря сборная команда Мозырского педагогического университета отправится в Гомель на областной конкурс студенческих талантов «Зимняя радуга». В творческом состязании примут участие самые креативные студенческие команды со всего юго-восточного региона. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». А скучно вам не было?